Краткий астропрогноз на 2023 год для Дев. Уже скоро наступит новый 2023 год. Каждый из нас хочет узнать, что же его ждет в предстоящем году. Астрологи постарались ответить на этот вопрос. Любовь, в этом году вы можете кардинально поменять ситуацию в личной жизни. Возможно, романы на работе в начале года. Если же вы находитесь в отношениях, вы можете столкнуться с недопониманием, ведь большую часть времени вы будете проводить на работе. Весной же вы сможете наладить общение с любимым человеком. Наступит время гармонии. Летом вы ощутите прилив энергии. Постарайтесь контролировать эмоции и не допускайте скандалов. В конце года вас ждет море романтики. Деньги, вы сможете неплохо зарабатывать. У вас не будет с этим проблем, будьте рациональными. Постарайтесь совершать только самые необходимые траты. У вас будет масса возможностей улучшить свое материальное положение. Здоровье. Будьте внимательны к состоянию здоровья. Вам предстоит много работать, но вы не должны забывать о полноценном отдыхе. Пройдите в течение года все необходимые обследования. Следите за режимом дня и питанием. Позволяйте себе отдыхать, учитесь это делать. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения, улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.